Ехали мы и автобус впереди. С самого начала. Изначально. Вы ехали в Тойоте. Да. За рулем. Да. И огонь хотел сделать, там разрешено было все. И огонь когда делал, то есть тут КамАЗ наоборот, наверное, не уступил где-то и не смог. Обгон сделал. Вы не успели сделать обгон? Да. Угу. Но вы выехали на встречную полосу, я правильно понимаю? На встречную, то есть положенную, сплошного не было там. Сплошного не было, но вы не успели совершить маневр? Да, да. Угу. Вы спешили, вы ехали из Москвы в Махачкалу, я правильно понимаю? Да. Из Москвы в Махачкалу, да. На какой скорости вы двигались? 110-120. В момент обгона? Тоже 130. Так. И я хочу вот тому вот погибшим искренне это прощение их попросить, я еще их, наверное, и увижу. Такой случай это получилось ради Аллаха. Извините, то есть это неумысленно. То есть я это вот, как умереть не хотел. И сейчас вот обратно это время, если была бы возможность, я на все готов был бы, что ради Аллаха, извините, пожалуйста. То есть это так случайно получилось.